Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 25 марта 2016 года. Это город Минск. Время 12:40. Теннисная база на улице Жидро 40. Значит, на втором корте продолжается финал в парном разряде мужского турнира. Турнир второй категории ТЕ. Называется турнир Минск Стар. Значит, в мужском финале юноши 14 лет и моложе встречаются в синих футболках российский дуэт Алексей Амбазов и Данил Ибрагимов. В светлых футболках выступают Александр Мягков, Сергей Посад России и Петр Барбирюков, город Санкт-Петербург, также российский спортсмен. Пара Мягков-Барбирюков пока что ведет в первом сете финала со счетом 5-2. Сейчас спортсмены будут подавать на сет. В это время завершился уже финал. В женском парном разряде победу одержал дуэт из Санкт-Петербурга Ева Баркуша и Алиса Буданова. Они одержали победу над девушками интернациональным дуэтом. Это Влада Петровская, город, воспитанница Химкинской теннисной академии России. И Камила Бартоне. Дуэт из Санкт-Петербурга держал победу со счетом 6-1-6-4 в двух сетах. На подаче Петр Барбирюков пока что 0-15 на его подаче. Петр играет левой рукой, и в парной комбинации можно считать это существенным преимуществом, потому что косые уходящие удары под лево соперником, особенно на данном корте, у которого, в общем-то, отсутствуют боковые забеги для парной комбинации. Вот как сейчас, вот именно это. Можно считать, что это такая сильная сторона Петра, сильная особенность. 15:30. Опытные спортсмены выступают, имеют высокую квалификацию, но в данном случае Алексей допустил ошибку при выполнении удара со скока по 30. Второй мяч. Александр Мягков у сетки с простреливающим ударом Даниэля Ибрагимова. Меньше на подаче Петра. И вот она, уходящая подача Петра Барбирюкова. В принципе, Алексей
Алексей выбросил ему короткий мяч, правда косой, но Петр ошибся. При счете 3-5 подает Даниэль. Закрывает сетку Алексей. Что нужно делать в данной ситуации. И Даниэль с Алексеем остаются пока что в сете. И можно сказать, что инициатива перешла к спортсменам в темно-синих футболках. Безупречно ими очень четко, грамотно, никаких претензий. Буквально 2-3 удара и очко. Спортсмены высочайшего класса. И даже такой дуэт, как Даниил Ибрагимов и Алексей Абазов, именно в данном гейме оказался бессилен что-либо сделать. Итак,
Начало второго сета на подаче Даниэль Ибрагимов. Мощный спортсмен, демонстрирующий силовую игру, великолепная подача на вылет, практически на вылет, можно считать. Сетки, пробив подряд три мяча в корпус. Ну, в общем, достаточно мягко. Не пробивал на силу. Спортсмены понимают, что нужно беречь друг друга от травм. И, в общем-то, Александр спокойно клал мячи. Вновь. Простреливает. Даниэль через коридор, Петр не справляется с мощью удара. 30-15. Сетка при выполнении первой подачи. И кейс в исполнении Даниэля. Великолепная подача, четкая. Мощная по месту, прямо в девятку. Не проходит под мяч. И, к сожалению, двойная ошибка. Больше пока что у Даниэля на подаче. Но судья не так четко судит, так чисто по ощущениям, не четкое судейство, в отличие от судейства на женском парном финале. Ровно решающий мяч. Да. Не проходит первый. И двойную ошибку дает. Вот так вот судейское решение может менять судьбу финала. На наш субъективный взгляд, все-таки у Даниэля во второй квадрат при счете больше был эйс фактически. Но судья отменил данное решение. Вернее, принял свое. Странно. Очень странное судейство. Но, тем не менее, дует Мягков пар брюков. Ведет во втором сете 1-0. И Александр на подаче. Не справляется с ударом Петр у сетки. 0-15. Очень хорошо видит Александр Мягков площадку. Кладет мячи туда, куда надо, играет на паузе, никуда не торопится и заставляет ошибиться такого опытного спортсмена, как Даниэль Ибрагимов. Верное решение, в принципе, принимал Даниэль пробивать Петра у сетки, но Петр был начеку и продемонстрировал мастерство.
высоте в этой дуэли. У сетки по 30. Не проходит первый мяч у Александра. И он допускает двойную ошибку. Меньше на подаче Мягкова. Александр Мягков выполнил домашнюю заготовку. Хитрая подача с обратным вращением. И Алексей не справился, ошибся. Чему нужно было оставлять его Александру. Александр бы его перебросил. 1-1 по геймам во втором сете. Александра через коридор, но Александр был на чеку и четко положил мяч в разрез. Не проходит первая подача Алексея. Грубая ошибка. Даниэля у сетки. Грубая ошибка. Мужественно защищался Александр Мягков. Выбросил свечку. И Даниэль ошибся. Дуэт Мягков, Барбаряков ведет во втором сете 2-1. Подача Петра.
И сейчас мы видим уходящую косую. Да, уходящая косая, но он мне не попал. Куда же? Сражались у сетки, и Петр ошибся. По
косит. Много боковой линии. Кажется, что пол мяча было на линии. Но... Простреливает Даниэль Петра. Не справляется Петр с этим мячом. Свою хитрую подачу с обратным вращением, и сетка помогла. Алексей был готов ее принимать, но сетка. Больше на подаче Мягкова. И Петр с воздуха укорачивает мяч. Даниэль был не готов к такому развитию событий. Может быть, если бы он был больше готов, то, наверное, бы перебросил этот мяч. 2-4 на подаче Алексей Абазов во втором сете. У Алексея не проходит. Странное решение Алексея. Странное решение Алексея. Понимая, что это мяч не попал, пробивать в Петра в упор. Странное решение.